Убирайте детей от экранов. Ну ты даешь, вообще прям. Если полотенце спадет, все пойдет в YouTube сразу. Будем лежать на кровати и смотреть на звезды через шарик. Для нас украсили бассейн. Это было круто. Так, ребят, ну все, я уже выздоровел. Видите, уже отеки посходили. Сегодня последний день. Я в изгнании. И все, сегодня я возвращаюсь домой. Девчонки приехали ко мне. Мы вместе плюхаем сейчас в бассейне. Пупсы. А ну-ка, давайте, тут получается. Давайте, давайте, запрыгиваем. Итак. Прикольно, тут такая скала с водопадом. Давай, Алиска. Бум. Что там, малыш? Давай, иди запрыгивай. Запрыгивай, беги к нам. Пей, пей. Так, ну что, я готов. Или нет? Давай, 3, 2, 1. Как тебе? Это было круто. Давай, пошли, пошли быстрее, пупсы. Ну что, тусич продолжается. Малыш, а ну давай, прыгай к нам. 1, 2, 3. Прыгай. Давай. Ну да. Туда хочешь пойти? Пойдем. Что тут, джакузька для тебя, да? Ох, малыш. Ева уже так ныряет. А ну покажи, как ты ныряешь. Покажи. Вот так вот. И прям плавает, плавает под водой. Молодец, пупс. Ну ты даешь, вообще прям. Молодец. Кто там прячется, а? Кто это там? Кто это? Алиса, у тебя получается? Что там происходит, а? Так, ребята, сейчас начинается не детская часть влога, поэтому убирайте детей от экранов, и мы продолжаем. Мы со Светой приехали, у нас романтический будет, романтический вечер, ночь и утро. В супер прикольном Bubble отеле. Это отель в виде шаров таких. Немного позже я вам все покажу. Это будет космос. Любимая, ты готова? Почему? К этому романтическому романтику. Не надо быть готова? Да. Тогда не готова. Там, по идее, будет очень красиво. Джунгли. Смотрите. Смотрите, какие красивые джунгли. Вот проходы к номерам. Вон даже один шарик там видно. Сейчас все посмотрим. На ресепшене тут правила. Поведение в шарике. Так, одну молнию открыли, зашли, закрыли вторую молнию. Тынь-тынь-тынь. Этот отель создавался как супер романтичный, мега романтичный. Так, сейчас буду вам показывать, это действительно того стоит. Так. Ступенечки. Здесь таких шариков штук, по-моему, около 10. Я точно не знаю. Ну, штук 10. Вот он сам шар. Внутри стоит кровать. Полноценная двухспальная кровать с кондиционером. То есть внутри хорошо, прохладненько. Здесь специальная камера такая. Нужно сначала открыть, в нее зайти, потом закрыть и потом только открывать эту камеру. Иначе он может полностью сдуться. В общем, как в космический корабль. Беседочка, лежаки. Вон там видно, вон шарик еще один. Вон он пробивается. То есть достаточно большое расстояние от шарика к шарику, ничего не видно. Для нас украсили бассейн. Смотрите. Еще очень прикольно. Прям на краю пропасти такой басик в джунгле. Все цветами выложено. Там вон внизу тоже еще один бабл. Вот там получается. Тут как бы каскадом идут так несколько баблов. Интересно, как это все с дрона выглядит.
Как тебе катается? Прикольно, кстати. Страшненько. Если полотенце спадет, все пойдет в YouTube сразу. А как же в YouTube? Вообще супер красиво. Офигенно романтичное место. Внизу оставлю ссылку, ребята, в описании на Bubble Hotel. Кто на Бали, очень рекомендую. Говоришь, что мы были в двух Bubble Hotel. На океане и в джунглях. Да. На океане круто, но в джунглях вот сейчас как раз попробуем. Нас еще впереди ждет Кастрик сегодня. У нас будет сегодня что там? Ужин со свечами, костер, да, костер. Нам разожгут костер, круто тут будет все. У нас будет ужин со свечами, с кальянчиком, прям в джунглях. Так, у нас уже вечереет. Сейчас я вам покажу, ребят, как выглядит туалет здесь в бабл-отелях. Двери, ух ты, прикол вообще. Смотрите, прям в джунглях. Сидишь себе на толчке в джунглях, и хорошо тебе. Душек вот сразу в виде бамбука сделан такой. А ну-ка. Вау! Ужин. Вкусняхи. Посмотрите, как шар выглядит ночью. Вообще офигеть просто. Космос. Территория тоже подсвечивается красивенько так все. Будем лежать на кровати и смотреть на звезды через шарик. Да, звезды, правда, сильно не видно. Не, небо звездное, видно очень классно, но камера не передает. Блин, красотища вообще. Все, ребят, мы уже забрались в наш шарик. И вам слышно, как фигачит дождик. Начался такой конкретный ливень. Слышно, да? Вон, смотрите, как класс вообще в шарике. Смотрите, как течет вода. Обалдеть! Вообще, вот это экспириенс прикольный. Класс. Под дождем в шарике. Доброе утро. Солнышко поднимается. Класс, нам принесли завтрак. Какое утро вообще офигенное. В джунглях. Так. Завтрак в такой штуковине. Эту штуку можно ставить прямо на бассейн и можно завтракать прямо в бассейне. Она будет плавать как кораблик. Все, ребят, мы собираемся. Покидаем наш прекрасный бабл-отель. Красивенько как. Мы со Светой сейчас едем на водопад. Какой-то здесь есть супер священный водопад. Мы сейчас отправляемся на него и будем там в него запрыгивать. Но, правда, я еще не знаю, там для того, чтобы покупаться в этом водопаде, нужны какие-то специальные одежды, если мы их там сможем прикупить. Посылочка. Николь заказала сама на свои денежки. Угу. Если вы не в курсе, да, у Николи есть карточка ее личного дохода. Если все думают, что мы эксплуатируем детей и зарабатываем на них, то дети наши тоже зарабатывают. У них есть карточка. И они сами распоряжаются. Есть вещи, конечно, которые мы им покупаем, вот необходимые там. А есть, когда они вот хотят тратить какую-то... Так, если как... запрос, здесь адрес и что-то. Сейчас, подожди, да, когда родители говорят, нет, я тебе не возьму, то она сама вполне распоряжается своими средствами. Красотули, красавули. А ну-ка. Что, это какая-то новинка? Я не знаю, если они новые или нет. Китай, небось. Сколько денег стоит? $30, кажется. $30? Может, больше. Можешь 80, наверное. Тут вообще проблема, что это настоящая. Тут очень много Китая, собственно говоря, как и везде. Кстати, Николь сама все заказывает с сайта. Большевато? Большевато, ну ничего, потому что у тебя все уже маленькие. Да не, ну тут чуть-чуть совсем. Главное, что ну, зафиксируй хорошо и встань на полную ногу. Потому что те были 36,5 у тебя. Ну вот эти черные, которые. Они такие маленькие вообще. Да, у Николь в классе говорят, ты такая дылда, нет, а лапка нет. Маленькая, да? Нет, а нет, что говорят? Такая обувь маленькая. Не отрывай, если нам возврат сейчас нужно. Ты че, все, под возврата уже не будет. Видали, какие у нас чупа-чупсины? Это мы когда на водопад с папой ездили, не удержались прямо, такие они красивые. Мы только что, я вызвала два байка, чтобы мы со школы ехали. Я Николь сегодня забирала, потому что папа уехал в Дубай. Папа, все в порядке, меня не украли. Да, мы ехали по разным байкам. Я не понимаю, зачем они пользуются навигатором, если едут, ну, куда вздумаются. А ну-ка. О. Ну, чуть-чуть еще осталось. Не сваливаются? Нет. Нормально? Да. Бай! Бай! А ну-ка, затиктокай что-нибудь.
завтра. Тыц-т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 ыц. А у Николь в школе запретили пользоваться телефонами и пользоваться ТикТоком, потому что вот что там вышло, какой-то был тренд, где падают на спину. И им запретили. Причем здесь телефоны? В первый раз заберу телефон на один день, во второй раз на два дня. Ага. В третий раз на неделю. Да, сейчас, какого перепуга, где такие правила? Ага. Это все можно, знаешь ли, оспаривать, еще и в суд подать.